Не успели белорусы переодеться в тренчи и кеды, как приходится снова доставать зимние шарфы и шапки. На 1 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и дождя. Добавился и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Всему виной Илона. Циклон пришел с северных морей. МЧС призывает быть предельно осторожными и по возможности не выходить на улицу. Если остаться дома не получается, одевайтесь потеплее. Отдайте предпочтение многослойности и обуви с ребристой подошвой. Выходите пораньше. Спешка в такую погоду – плохая идея. Илона прошлась и по центральной части России. В Москве и Санкт-Петербурге объявлен повышенный уровень опасности. Снегопады не прекращаются пятые сутки. Погода усложнила ситуацию на дорогах и застала врасплох автомобилистов. Моя как стоит. По пол колеса завалило снегом. Даже багажника на крыше не видно. Тем временем в Индии местные столкнулись с непривычно жаркой погодой для этого времени года. В Нью-Дели температура воздуха достигла 40 градусов и, по прогнозам синоптиков, продержится еще как минимум неделю. Ежегодно от тепловых ударов в стране умирают десятки людей. Илона задержится в Бобруйске. На выходные объявлен оранжевый уровень опасности. Погода кардинально не изменится. Все такой же сильный ветер, мокрый снег и гололед. В субботу столбик термометра будет колебаться от минус 5 до плюс 6. В воскресенье ночью похолодает до 9 мороза. Днем воздух прогреется до 7 градусов. Ожидать тепла стоит не раньше середины апреля. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Максим Галионко, Бобруйск, 360.